Привет. Я хочу с вами поделиться своей полной растерянностью. Я уже немножко нервничаю. И связано это с тем, что я занят поиском гостевого дома. Уже не идеал, а идиллии. Дабы не быть голословным, я зафиксирую все свои ходы, выходы и тому подобное. Вы знаете, я уже воспользовался навигатором. И вот когда мне навигатор довел до вот того белого одноэтажного строения, он мне сказал, что ваш объект, который вы ищете, находится слева от вас. То есть непосредственно вот этом вот месте, где сейчас стоит вот этот большой красивый новый дом. Я просмотрел фотографии гостевого дома. Мне явно, что он там никогда не стоял. Тут стояло одноэтажное маленькое строение, это был офис Лазаревского взморья. И вот теперь его нету. На его месте стоит другой дом, где идиллия, я не знаю. Вот хоть убейте меня. Но я знаю, что на речной 2. Вот там вот это вот все, речная 2. И А, и Б, и В, и Г, и Д. Мне уже прям самому интересно. Я четко знаю, что тут дали эмигрант. Этот строится. Эмигрант, этот тупик. Сейчас еще посмотрю. 2/9. Автостоянка, отель «Эмигрант». Больше ничего там нету. Вон дома. Ну рисунок-то есть, ой, фотография. Дом-то должен быть. Короче, я даже не знаю, что вам показать и рассказать, учитывая, что мы обошли их, в принципе, со всех сторон. Всю эту речную 2. В предыдущем ролике я вышел туда, в сторону реки, показал яму. Ну, пипец, короче, какой-то. Можно я пойду снимать закат? Уже солнышко садится. Ну вот, все это 2. Но вот того светлого беленького домика с обалденными вызовами. О, вызовами, какие вызовы, отзывами. Вон Кирин там ходили. Я так и не нашел. А ведь он должен быть где-то тут. Но там явно беленький. Никто на своих домах не пишет, что ты дили. Вот большое человеческое спасибо Юрию, который написал «Эмигрант». И все. Даже на Алибле, и то понятно. Это гостевой дом Натали. Ну а тут вот мы видим с вами речную 2 со всеми его корпусами, дробями, номерами. Но белого красивого дома я не нахожу. Вот есть вот этот один вот там, но он уже, мне кажется, не совсем то, что я видел на картинке. Вот, сейчас поспрашиваю. Люди, проживающие на речной, говорят, да, что-то такое знакомое есть. Но что, где, говорит, хоть убейте, не помню. А я тут не живу. Я имею в виду речную. Я не знаю точно. Ну вот, ребята, вот где-то вот здесь. Ну, место обалденное в любом случае.
если это речная, два, хоть какая бы у нее там дробь не была, место хорошее, все в самом центре, все близко, то есть вы не ошибетесь, если найдете свой дом, когда приедете. Ну пускай вас тогда встречает, хотя бы, я не знаю. Вот этот тот угловой дом, который я вам показывал, тоже был вторым. Дальше все, там уже идет Багратиона. Дальше смысла идти нету. Вот продается, девчонки там хотели узнать. Пожалуйста, звоните 8-918-20-111-27. Красный дом, 2,5 этажа, забор. Речная 2. Все, ребят, я, наверное, пойду дальше. Может быть, он где-то там внутри спрятался, да? Ну, там такой красивенький был белый дом. Вот я видел там. Мне еще понравилось, очень стильно так заправлены кровати, так по-современному. Может, этот, но не похож. Вот такая вот у нас беда. Я так закат пропущу, вот что, я волнуюсь уже. Пора бежать-то на море. Да, у меня случилось сегодня. Если бы это еще единственный случай, ну вы еще увидите, узнаете, как я натормозил за эти 2 дня. Кое-где, конечно, реабилитировался. Вот здесь у меня пока не получается этого сделать. Ну, зато показал вам Лазарское. Надеюсь, вам будет интересно посмотреть на меня. Ускорителя такого. Вот все речная. Все речная 2. Идиллия, идиллия. Вот такое тоже такое. Как будто бы где-то когда-то видел. Ну не помню. Так, видите, как солнце подсвечивает здание. Пора бежать уже. В общем, прошу вас на меня не обижаться. Если будут какие-то более детальные координаты, я не знаю, сообщите, напишите. Что же, я приду еще раз сюда. Мы посмотрим, поищем вашу идиллию. Ну, если что, вот Эллада. Тоже неплохо. Но это вряд ли идиллия. Хотя, может быть, подождите, а вдруг? Речная 2, дробь 2, а это речная 2, дробь Д, без дроби Д просто. Ну, это Атлант. Это уже точно не идиллия. В общем, я честно, очень честно хотел найти желаемый вам объект искомый. Могу вам показать чуть-чуть Прометей клуб. Видите, красиво там все цветет. Надо все-таки бежать на закат. На закат он уже начинается. Вот буквально недавно я искал речную 17. Она вообще оказалась Адаевского 21. Вероятнее всего, опять же, может быть, я ошибаюсь. Ну там я уже вышел на сайт, нашел этот гостевой дом. И там было на сайте написано Адаевского 21. Поэтому я уже так храбренько, так заявляю об этом. Уточните, пожалуйста, в общем, информацию. Но я непременно схожу. Покажу. Потому что, сами видите, у нас вот такие нумерации. Вот была бы прямая улица, четная сторона, нечетная, пошел снимаешь, а то как с улицы Победы. Пускай я искал не тот адрес, но я же искал все равно 190 дом. А если я искал 190 дом, значит, он же должен быть, если есть 200 какой-то там и так далее, но их-то нет. Лазарская, зато есть определенная прелесть.
если вдруг враги придут какие-нибудь, или люди, которых вы не хотите видеть, говорите: живу на Победе 190. 100% вас не найдут. Ну а я направляюсь в сторону пляжа по улице Речной. Вот сейчас вам дойдем до угла, покажу вам. Тоже неплохие домики, симпатичные такие стоят, одиноко в районе Прометея. Шикарные, я бы сказал, домики. Вот бы на них сейчас появилась речная 2Б надпись, я бы радовался, но чудес, походу, не бывает. Тут все-таки какая-то 37, и там 43 речная. Хорошо, хоть речная, то слава богу. Ну, на этом я заканчиваю свои поиски данного дома и жду от вас информации. Извините, что подвел. Всем пока. Ищите речную 39. Я сразу вам покажу.